Всех приветствую. Приехала на реку Енисей, буду закаливаться. У нас сегодня температура воздуха совсем холодная. 5 градусов всего тепла. Ночи совсем холодные стали. 1 градус ночи. Уже скоро льдом покроется река. Буду закаливаться и оздоравливаться. Постоим на планочке. Планка полезная для всего организма. Работают все мышцы тела, согревается быстро организм. Два градуса всего тепловода. Господи, дай здоровье мне, моим родным, моим друзьям. Аминь. Ой, хорошо такая. Вначале страшно заходить, а потом нормально. Головой сейчас верну. Хорошо. Это ждет. Все прекрасно. Всем желаю отличного настроения, благословений Божьих, Божьей охраны, мир в ваши дома, счастья, радости, любви и крепкого здоровья. Пока-пока. Отлично позакаливалась. Получила массу положительных эмоции, адреналин, радость. Я счастлива просто, друзья. Я помолодела. Мне 56 лет. Я занимаюсь моржеванием. И знаете, я почти не болею. Это вот редкий-редкий случай. Это вообще класс, просто класс. А раньше я постоянно болела простудными заболеваниями. Спина болела. И все, слава Богу, стала купаться. И все восстанавливается. И вообще здорово, просто здорово. Класс. Так что всем советую закаливаться. Пока-пока. Спасибо за просмотр.